Преддверие Дня Победы Северский дом культуры отметил ярким концертом. Уже на подходе к зданию гостей встречала тематическая экспозиция, выставка музейных экспонатов и даже автомобиль времен Великой Отечественной войны. В фойе организовали несколько выставок в патриотической тематике. Волонтеры выступили в роли экскурсоводов, рассказывая всем желающим о самых важных событиях, которые привели к Великой Победе. Здесь же провели акцию «Письмо солдату». Каждый желающий мог написать свое послание участникам специальной военной операции, которые отправят солдатам на передовую. В актовом зале творческие коллективы района выступили с театрализованной концертной программой «Единый народ великой державы». Концерт посвятили 79-й годовщине со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году мы отмечать будем День Победы в особенный год, в год столетнего юбилея Северского района. А это значит, мы вспомним о каждом труженике тыла и весь год будем прославлять их ратный подвиг. Не только в тылу, но и потом, когда восстанавливали нашу страну. Мы будем помнить о детях, которые испытали горе войны, но выросли достойными продолжателями традиции дедов и прадедов. Гости мероприятия смогли первыми увидеть на сцене новый светодиодный экран, установленный накануне благодаря участию муниципалитета в государственной краевой программе развития культуры. С помощью современного оборудования выступления стали еще красочнее. Со Дня Победы прошло уже 79 лет, и мы с уверенностью можем сказать – никто не забыт, ничто не забыто. Священную память с гордостью хранит и подрастающее поколение. Рухнул Теркин, замерзая на постели снеговой. Так пошла ты прочь, косая! Я солдат еще живой, буду плакать, выть от боли, гибнуть в поле без следа. Но тебе, по доброй воле, я не сдамся никогда. На концерте вспомнили не только героев прошлого, но и настоящего. Тех, кто сейчас сражается в зоне специальной военной операции. Жители Северского района ждут своих солдат домой, помогая в тылу и уважая их подвиг. Концертная программа не оставила никого из зрителей равнодушными. Вместе с артистами они исполняли песни и благодарили выступающих за каждый номер бурными аплодисментами. После окончания концерта несколько десятков юных артистов Северского района приняли участие в патриотическом флешмобе.